Ресурсники опубликовали графики отключения холодной и горячей воды в Красноярске на это лето. Холодную будут отключать всего на 2 дня по очереди во всех районах. Водозаборы придется останавливать для ремонта оборудования. Жителям необходимо запастись питьевой водой на это время. В водоканале сообщили, что делают все возможное, чтобы сократить отключение до 24 часов. Что касается горячей воды, то отключения начнутся уже 16 мая. На профилактику на 10 дней уйдет ТЭЦ-1. Горячей воды не будет в Ленинском, Кировском районах. В поселке Березовка, частично на Взлетке, в Зеленой Роще и Водниках. Интерактивная карта всех отключений опубликована на сайте Сибирской генерирующей компании.